Александр, скажите, пожалуйста. Ага. Хорошо. Александр Черных, газета «Коммерсант». У меня сразу несколько вопросов, я прошу прощения у коллег. Во-первых, хотелось бы узнать, конечно, историю вот конкретно вот этой карикатуры, которую вы нам показали, что это за рисунок и в общем, откуда вы его использовали. Ну, естественно, я не являюсь автором вот этого самого рисунка. Здесь автор, фамилия, все есть. Значит, вы это можете найти, мы вам дадим прямо распечатку, посмотрите. Вот у нас... Заголовок сам, это мой заголовок, «Ад приветствует Шарли Эбдо». И заявление полностью мое, и не люди, уроды, значит, это тоже мое. Поэтому смысл был в тексте, и вот в этих словах «Ад приветствует Шарли Эбдо». Потому что таких, вы понимаете, рисунков у нас много. Это как бы зарисовок смысловых ада. Их много, разнообразное смысл. Количество. Здесь смысл был такой, что вот за подобные деяния что это великий грех, то, что они делают, и поэтому им место в аду. Я просто хотел уточнить. Дело в том, что оригинал этой картинки — это художник, который поддерживал Евромайдан, и, собственно, в этом котле он изобразил Януковича и нет, остальных. Это не действительно то. Так. Нет. Ну, таких достаточно большое количество, и они разнообразны, и авторов очень много. Нет, просто конкретно у этого рисунка есть конкретный автор. Если вы посмотрите, они на покрышках, конечно, майдановских жарятся, конечно. И там конкретно Янукович в центре этого котла. Знаете, просто хотелось бы понять. Вы знаете, я... Вам хочу сказать одно. Авторов очень много во всем мире, котлов и ада. Другое дело, ну, внутренняя начинка, что мы хотим этим отразить. Вот я хочу отразить, что за подобные деяния мне не важно. Авторов может быть миллион. И я подпишусь под любой картинкой, где говорится об аде. Да? И здесь нет фамилии, значит, Янукович, Петров, Сидоров и так далее. Неважно. Значит, вчера дети нарисовали огромное количество, значит, картинок, где они показали, как горят в аду, значит, те, кто попирает права человека, личностные вещи и так далее. Неважно. Важно то, что ад готов приветствовать за подобные деяния подобных людей.